Смотрите, какая я теперь красивая. Я только что сходила в парикмахерскую. Вот. Это салон красоты. Вот, локон. Вы не представляете, как мне сейчас легче жить стало. Знаете, прическа – это как сходить в душ. Сразу как 30 килограмм старой жизни снимается. Вот. Вот, меня стригла вот эта девочка, она тоже с Урала, кстати говоря. Вот она, хорошая девочка. А, сюда, да? Вот, она даже улыбалась. От счастья прям. Конечно, от счастья светится. Говорю, девочка с Урала очень хорошая. Тоже она с Челябинска приехала, она уже тут 3 года, говорит, живет. Говорит, не хочу я больше туда, в Челябинск, там, говорит, холодно. А потому что стригла тебя, да? Да. Я сегодня оделась в футболку, в шорт, она такая, ну, блин, говорит, точно зашла не местная, я поэтому палюсь. А еще мне везде, мне дают 17 лет, так что у меня, что у меня лицо молодое, душа молодая, но мозги у меня есть. Вот так вот. Тоже хорошо развитый, но молодые. Нет, у меня очень зрелые мозги, понимаешь? А что ты имеешь? Все, интеллект. Великий, великий. Нет, ты довольно эрудированный человек. Так что можно теперь ходить с распущенными волосами. И не нужна мне никакая заколка. Хоть у меня и крутая заколка, но пусть она полежит пока где-нибудь. Все. Сочинка. Сочинка. Блин, где очень много я встречал девушек, ну, которые вышли замуж. Стали местным учителем. Переходим дорогу. Центральный парк, нет пешеходного пешехода. Такая девочка крутая. Прямо девочка из будущего. Вообще нормальная. Еще нормальная.